всем привет! С вами группа Крэн. Хотелось бы сказать спасибо. Жиденько, жиденько, ребят, давайте гостей наших снова поздравим. О, ребят! Привет, блядь! Как вы? Хотелось бы сказать спасибо, что пришли. Я вообще отдельно поговорю. Хотелось бы сказать спасибо, что пришли сегодняшним вечером. Мы вам сегодня подарим море энергии и нью-металла. Да. Давай, Дарик. Ну, еще хотел бы сказать группе Lenok Band. Было круто, особенно песня про «Снова зима» или Да. Она крутая. Ну, мне больше всего понравилось. Привезли несколько песен, вот, мы уже записали EP, в общем, долго бились, потратили много сил, набрались опыта, вот, денег потратили на это все дело, вот, там 4 песни, вот, они у нас в группе ВКонтакте, вот, можете найти нас во встрече. Они специально вот, нас трогали, чтобы творить. Строго не судите, это как бы первая работа, вот, дальше будет лучше. Алло, покажите. Ладно. Первая песня называется «Зануда». Настоящие мужики.
нашу группу ВКонтакте, в эту встречу. Там есть ссылка на нашу группу, Грэм. Там есть наш EP. Его слушаем, комментируем. Так, если он вам не понравился, можете писать все, что хотите. Да. Можете также писать, что там что-то не понравилось. Следующая песня называется «Половина меланхолик». Она... Это песня о неразделенной любви. Наверное, у всех она была. Когда два близких человека расстаются, в душе остается пустота, и она заполняется только лишь тогда, найдется его вторая половина. Ну, либо другими способами, там, саморазвитием, там, еще там какой-нибудь. Вот. Песня называется «Половина меланхолик». Поехали!
песня называется «Бах-бах». Вы еще не устали? Нет, да. Вы готовы? Я думаю.
Yeah.
Поехали! Yeah.
Yeah!
Yeah!
Спасибо.